вот такие пригородные поезда, это вот не дальнего средняя поезда, а этот ближнего. Кстати, я с ним вами не поздоровался. Ничего, Дигон, так. Я приветствую всех гостей и зрителей нашего канала Live Astra TV. Всем ассаламу алейкум, варахматуллахи ва баракатухи. Вот так маленький обзорчик, заказа рисовка у нас будет поезда. Вот. Вот так вам бахов здесь. Платформа. Вот так он выглядит. Обычно вот такой, который напротив поезд сходит. Но сегодня, как видите, вот такой прошел. Первый этаж такой же, как второй. Ну, так. Вот так немного зарисовки. Вот такие поезда у нас ходят. Это еще раз говорю. Поезд не дальнего следования, а поезд, который, ну так, рядом, Грац, Гимом, Грац, не то, что Грац, Гимом, как бы сказать. Короче, здесь недалеко, короче, по всем пригородам, которые ходят, вот, вот такой поезд это. Так что это будем говорить поезд самого ближнего следования. И нормально, вот, такие поезда можно доехать домой. Так вот, действительно, зарядок нету, нету. Вот том, который я показал вам, напротив которого, там зарядки. Ладно, все, я с вами прощаюсь. Всем пока. Ассаламу алейкум.